Тамедвокс был создан 100 лет назад в Санкт-Петербурге русским физиком Львом Терменом. И считается, что именно с момента создания Терменвокса начинается история мировой электронной музыки. Как любой музыкальный инструмент, терменвокс довольно привередлив к изменениям влажности, температуры, поэтому его требуется постоянно настраивать, постоянно проверять, держит ли он настройку. Есть два способа настройки. Первый придумал сам Лев Термен. Мы вот это все пространство от антенны до плеча настраиваем так, чтобы самый низкий звук располагался чуть-чуть за плечом. И второй способ придумала его дочь Наталья Термен, терменвоксистка. По ее способу мы настраиваем по ребру ладони, то есть между закрытой и открытой позицией должна расположиться одна октава. Терменвокс – это одноголосный инструмент, поэтому лучше всего подходят произведения, написанные для голоса, иногда для скрипки, некоторый скрипичный репертуар, виолончельный репертуар, контрабасовый, в принципе, диапазон позволяет. И, конечно, произведения, написанные специально для терменвокса. Конечно, нельзя сказать, что можно сыграть любое произведение, нет, но довольно обширный репертуар может быть у терменвокса и, в принципе, в самых разных музыкальных направлениях.